талантливая, открытая, неординарная личность. Я решила написать книгу для себя. Встречи с ней – это праздник. Немного музыки, немного песен. Серебрилась морозным узором тишина. И всегда захватывающая история. Что сложнее, начать или закончить роман? Главное, что нужно стараться искать этот интерес жизни. «Территория любви и миг бесконечности» Натальи Батраковой в программе «Белорусы» на телеканале «Беларусь-24».